Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Holy Play, 7 сервер, мы здесь Кирилл Путбуль, и сегодня у нас будет необычный видосик, пацаны. Короче, я украл машину у, так сказать, ZG сервера, а именно, сейчас я вам скажу, я украл машину у Эльдар Камаматова, или нет, стоп, не Эльдар Камаматова, кого-то другого я украл, или нет, стоп. А, да, Ульярка Маматова, это младший администратор. Короче, я админа украл машину, пацаны. На именных номерах, Брабус, пацаны, это очень круто, блин. Я ее просто украл, ну, как украл, позычил, так сказать, эту машину, короче. Потому что я с Тимохой собирал подарки, и мы остались без тачки, потому что я своих случайно утопил. Бежали на Рублевку, и смотрю, Брабус стоит. Я сел в него, он был открытый, я уже катался в нем на протяжении, наверное, часа, если не больше. Короче, очень круто выглядит именные номера, просто посмотрите, это очень круто. Я хотел бы, чтобы добавили в донат бы именные номера, хотя бы за 1000 рублей. Я думаю, 1000 рублей это нормальная цена, в принципе, я думаю, их не очень будет много, машины в именных номерах. Смотрите, как это круто смотрится просто. Что сзади, что спереди, очень круто смотрится. Цвет тоже классный, кстати, хочу себе тоже на яичко такой цвет поставить. Я думаю, было бы очень даже круто. Реально, да я думаю, было бы очень даже круто. Но прикол в том, что именно именные номера Брабус. Хотя не знаю, почему Брабус, если это AMG, E63 AMG. Ну ладно, в принципе, это уже его придиры, так сказать. Это он захотел, он поставил. Я понятия не имею, как он поставил. Я так понимаю, через админку, скорее всего, он поставил себе эти номера. Но я сколько катаюсь, они не пропадают. Скорее всего, это... Не знаю, он именно поставил, может ему ZGA поставил, может ему ГА поставил, я не знаю, вот пишем Карпас, короче, Карпас и свой ID, сейчас напишу, второй ID у меня, вот, машина принадлежит Эльдар Камаматову, целостность 84, Брабус номера, Mercedes-Benz E63 AMG, просто очень крутая тачка, она у него в полном тюнинге, но... Я хочу ваше внимание обратить именно номера, что, блин, именные номера очень круто смотрятся на Мазинге, я вам скажу, очень круто смотрятся. Я катался, многие обращают на это внимание, что вот такие вот номера. Понятное дело, что это не моя машина, но, блин, я бы хотел себе тоже именные номера бы на машину, очень хотел бы. Просто очень хотел бы и, ну, реально, здесь эти номера очень смотрятся, Брабус. Машина в полном тюнинге, повторюсь, просто дико валит, давайте здесь заправимся. В принципе, потом я эту тачку на место поставлю, хотя, не знаю, наш открыто, в принципе, может еще и покатаюсь потом, после видосика, так, давайте 80 литров заправляем, короче, и поехали дальше, так сказать. Чуваки, наверное, тоже увидели, что номера, ну, блин, номера очень круто выглядят, Брабус, вообще просто топчик, реально, просто топчик. Надеюсь, она не пропадет, пацаны, ну, реально, блин, цвет у него очень классный, на самом деле, просто респект Эльдару. Реально, я хочу у него вот этот цвет узнать, точнее. Он без понятия, он не знает, что я сейчас на его тачке катаюсь. Давайте я пропишу ID. Эльдар, он вроде в АФК стоит, короче. Да, он в АФК, короче, стоит. Видимо, очень долгое время уже стоит в АФК. И я на его тачке просто катаюсь, блин. Тачка реально очень крутая. Ну, я знаю, у меня Ешка есть. Е63 есть на первом сервере, пацаны. Тоже в полном тюнинге, но, блин. Просто именные номера все решают, пацаны, реально. Вы сами посмотрите, вот, напишите свое мнение, хотели бы вы именные номера на свою машину. И хотели бы, чтобы добавили именные номера за 1000 рублей, реальных, если что. Напишите обязательно в комментариях, возможно, разработчики это увидят и добавят вот такие вот именные номера, чтобы могли ставить и другие игроки, обычные игроки, а не только администраторы. Я думаю, это было бы очень круто, на самом деле. Просто именные номера, блин, это просто кайф. Я бы все номера поставил бы Путбуль, вот такие бы, если номера поставил. Путбуль. Я бы все вот такие номера бы поставил. Или Кирилл Гейм бы поставил номера. Я думаю, было бы тоже очень круто. Я, честно, видел на первом сервере тоже машины админов на именных номерах. Ну, блин, здесь оно выглядит красиво. Брабус номера идут очень этой машине. И выглядит очень круто. Реально, очень круто. Эти номера очень идут машине. Это именно. Реально просто я кайфую, катаюсь, и Тимохе тоже понравилось, в принципе, то, что вот такие вот именные номера, это очень круто на самом деле. И, блин, я думаю, каждый бы хотел себе такие номера на машину. Ну, не такие самые прям, а вообще именные номера, я имею в виду. Это реально очень круто выглядит.
тачка в полном тюнинге просто наваливает. Я уже сколько на ней катаюсь, больше часа, и ни разу даже ее не разбил, серьезно. Даже ни разу не врезался, ничего не помял, ничего не разбил. Мы собирали подарки с Тимохой. Ну, не собрали все, конечно, подарки, но все же. Блин, это очень круто. Я-то все собрал, а Тимоха нет. Поэтому вот такие вот дела. Блин, очень круто выглядят номера Брабус. Просто я готов вечно про них говорить, потому что это просто охуенно. Вот сказать, что это охуенно, это ничего не сказать, потому что это реально охуенно просто. Мне очень нравятся эти номера и очень круто они выглядят. Я бы себе, на самом деле, этот Мерседес бы себе, на самом деле, забрал бы. Примутил бы себе, потому что, блин, я реально кайфую, это реально очень необычно. Такого ни у кого нету на сильвере, это реально круто. Хам, хах, 3-4, тут какая-то тачка стоит. На базе у нас что-то есть или нету? Какой-то чувак стоит, по-моему, и все. Если что, я в русской мафии, пацаны, нахожусь. Ну, серьезно, блин, напишите реально свое мнение. Обязательно поставьте лайк, возможно, разработчики увидят это видео и решат все-таки добавить именные номера в донат. Да, конечно, придется платить 1000 рублей, там, может, даже больше, не знаю, как они решат сами. Но я считаю, 1000 рублей это нормальная цена. Потому что обычные номера, ну, необычные, а блат номера, чтобы поставить не именные, стоят 500 рублей. И сделайте за 1000, чтобы можно было поставить именные номера. Это было бы реально очень круто, как по мне. Это было бы очень круто. И да, немногие бы их ставили, потому что это были бы редкие именно, ну, номера, короче. Это ставил бы тот, кто, я думаю, не продавал бы даже свою машину. Конечно, может, кто-то бы и продавал, но вообще, я думаю, люди ставили бы те, кто целенаправленно ставит эти номера, чтобы тачка у него долгое время была и не продавал. Чисто для души. Как бы, блин, за 1000 рублей, ну, я думаю, это нормальная цена. 1000 рублей, в принципе, как бы и, так сказать, руководителям будет больше денег, я думаю, капать даже. Потому что, я думаю, большинство будет брать не обычные номера, а именные. Можно в рулетку их добавить, хотя в рулетку, не знаю, именные номера добавлять или нет. Но это уже пусть сами разработчики решают. Но так, блин, я очень хотел бы, чтобы добавили именные номера. Я думаю, вы тоже, поэтому, пацаны, повторюсь, обязательно поставьте лайк. Вот такой вот был коротенький видосик. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. А я погнал дальше кататься на этом охуенном Мерседесе на именных номерах. Всем пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying. Oh.